Привет, я Ниагара, а это прохождение игры «Легенда о драгунах». В прошлой части мы добрались вот до этого местечка. О, там что-то есть у нас в сундучке, давайте посмотрим. Не может опять он больше нести. Окей, тогда подлечим Шану. У нее меньше всех. Кстати говоря, и не помешало бы Дарта еще подлечить. Ну что там? Очиститель тела, блин. Я думала, что-нибудь будет более полезное. Ну, магия какая-то. Да, здесь нас ждет интересная катсценка. Тут что-то есть. Говорили бы так много о стражнике пещеры. Сейчас мы с ним повстречаемся. Шана, отступи. В пещере кто-то живет. Обо мне не волнуйся, я справлюсь. Оно идет. Да, такое ответственное сражение. Вот такое чудовище поджидало нас. В пещере. Давай, Шана, атакуй. Фига себе. Прикол. Так, а в голову мы пока не можем атаковать. Давайте, мальчики, на вас вся надежда. Шаны, конечно, слабоватые атаки, но я буду ее использовать, чтобы подлечивать их, вот, например, вот так. Иногда она будет наносить урон. Да, но в основном подлечиваться и себя подлечивать. Сейчас уже нужен нам очиститель тела. Не зря нам их раздавали. Змеюка это умеет травить. Жалко, что мы не видим, сколько у нее хп. Жалко, жалко. Будем сражаться наугад. Ну что опять она вот вытворяет? Шану надо срочно лечить. О, 20 зелий. У нас еще плюс есть молитва ангела. Так что, думаю, продержимся. Эх, не достать. Высоко слишком забрался. Не могу высоко для удара. Ну, ты тоже, наверное, не сможешь. Давай-ка встань в защиту. Шана, давай, детка. Есть. Да, если они защищаются, то у них немножечко восполняется здоровье. Тоже защитимся пока. Шану опять надо лечить. Что-то ей как-то вот не везет. Чем-то она так не приглянулась этой змее. Вот же гад такой. Так, ну что, попробовать напасть? Нет, наверное. Да, слишком высоко. Надо ждать, когда он переползет. Шана, бедняжка. Ты такой, не умирай. Ну вот. Он сполз, теперь можем приступать. Шана пусть останется в защите. А мальчики порубят на куски эту змейку. Так, ну да, можно провести атаку. Правда, урон небольшой, но все-таки
Так. Теперь попал Дарт. Это он проведет атаку, а Шана его подлечит. Получай змеище. Ну так-то вот они бы ее давно, наверное, разрубили бы. Жалко, что у нас не так много вот этих противоядий. Голову не отгрызла. Ну зато, если мы завалим сейчас эту змеюку, а мы ее завалим, у нас должны все персонажи поднять уровень. Он что творит? Больше всех, конечно, Шане достается почему-то в этот раз. Так, опять мы ее не можем атаковать. Ну, давайте все в защиту, подлечимся. Ходим в оборону. Отразила удар, молодец. Ну что, сползай. Видишь, мы на тебя не нападаем. Чем ей так не глянулась? Шана наша. Чем мимая. Постоянно атакует ее. Так. Отличненько. Медленно, но верно, мы эту змею добьем. Живучая. Живучая змейка. И траванула опять Дарта. Ладно. Последняя лечилка у нас. Противоядие. Черт побери. Надо быстренько ее пригикать. Ну что, сколько у тебя там еще ХП? Блин. Все, сейчас придется только лечиться. Противояди больше нет. Вау! Это был финальный удар Дарта. Вышло. Ну еще бы. Теперь пойдем к замку Инделс. Шана. Что-то она, по-моему, нифига не умерла. Они просто все офонарили. Такие, а что ты раньше так не сделала? Она сама не знает, что с ней было. Амулет бога, класс. И 400 опыта.
Все супер, у них у всех уже 6 уровень. Так что же случилось? Что это было, черт подери, детка? Я не знаю. Троеточие, удар-то нет слов. Пока что мы в безопасности. Нужно подумать, как отсюда убраться. Ногами как? Было бы неплохо добраться до Базила. Я думаю. Кому доверим? Амулет бога. Лави отравлен, елки-палки. Так, оружие. Амулет бога дает нам 120. Больше сила удара. Давайте дадим его Лавию. Платок у нас, кстати, еще. Платок. Который может использовать только Лавий. Но он куда как хуже, чем то, что у него есть. Поэтому не будем применять. И быстрее погнали из этой уже пещеры. И мне нужно найти противоядие для Лавия. Вот здесь, кстати, может быть... Целебный эликсир. По-моему, не совсем то. Блин. Лавию фигово. У нас там есть еще какая-нибудь магия? Сейчас посмотрим. Там было какое-то исчезновение. А, смерть младших врагов, например, вот. Вот что мы можем использовать. А зелье. Уход от младших врагов. Ну, кого вот убить-то? Вот этого давай. Исчезни! Давайте орка добьем. А потом уже толстячком займемся. Что, у Шаны дела плохи. Новый ДО, блин, он восстановился. Ну нет, ему не сильно-то помогло. Да, такой неплохой удар уже, удар-то. Долго-долго нам нужно будет развивать героев. Деньжат нашли. Подлечить надо девочку нашу. Вот так вот. Мальчики пока... Ладно. Обойдутся. Замок Индлес. Столица Бал. Какой-то вот такой перевод. Заходим. Какой милый городок. Здесь очень так спокойно и миролюбиво. Мама где-нибудь отдохнуть и подлечиться. Заходим в первый же дом и берем деньги. Как-то мы так. Что скажете? Портретистка, боже мой, сэр Лавий. Прошу, позвольте снова нарисовать ваш портрет. Но только не сейчас. Не двигайтесь.
скоро будет готова. Он что, собирается позировать? Да ладно, пусть порисует, мы у нее тут деньги сперли. Ну давай, короче, рисуй. Да, ну... Мы взяли портрет Лавия. Не слишком ли он привлекателен, Дарт такой? Спасибо, я бережно сохраню это. Окей, все, пошли. Что здесь у нее еще есть, кроме деньжат? Интересно. Посмотрел Дарт на то, как кто-то играл в шахматы. Сделал выводы о том, что человек справа победит. Ну, что у него здесь больше нет такого интересного? И что мы зачем здесь оказались-то? Тут вообще, ну... Внизу нет ничегошеньки. Обшарить тут все. Иногда можно найти звездную пыль. Так это, по-моему, называется. Да, она здесь никак не обозначается. Просто случайно на нее натыкаешься. Если собрать большое количество, 50, по-моему, штук, то мы получим что-нибудь полезное. О, а здесь мы, кстати, по-моему, можем отдохнуть. Спиртное. Да, оно у меня отличное. А за бутылку хочешь? 100. Давайте купим. Отметим победу над змейкой. Взяты какие-то хорошие души. Что так напиток называется. Что скажете? Мой ребенок погиб в бою, мой внук тоже погиб, жить больше не имеет смысла. Печально. Нет, что-то ничего тут нету. Остаться, да, мы хотим остаться, подлечимся заодно. Так, Лави, ты как? Лави все еще отравлен, но у них зато полностью восстановилось здоровье. Так, тут что? Нам нужен магазин. Оружие и магазин разных эликсиров. Кстати, что тут? Сейчас мы с ним поговорим, я хочу тут все посмотреть. Ничего нету, что ли? Только все купить. Сколько у нас купилок, интересно? Купить. Нам нужно очищение тела, да? Снимает отравление, да. Вот так, наверное. Копье. Нет, вот это я все покупать не хочу. Снижает риск боя. И эликсирчиков еще. И два оставим про запас. Мы сейчас как раз подлечим Лави. А, кстати, мы можем ему продать. Ой, не то сделала. Очищение тела, да. Извлечен, да. Продать ему кое-что. Покупать нужные предметы, купить. Продать вооружение. Вот, мы можем продать вот этот непонятный платок.
продать вот эти браслетики и продать старый меч дартовский. Все. Что у тебя, что нету, что ли? Не надо ничего покупать. Да. Ну ладно. Так, тут опять столько много направлений. Постараемся везде побывать. Я постараюсь. Вот, в колодце была звездная пыль, например. Кто бы мог подумать. Первая найденная мною. Они, конечно, были где-то еще в начале. Кстати, я не помню где, поэтому... Здесь нет ничего. Стой, я зайду домой после совещания с королем Альбертом. Все, что скажешь? А, понятно, он не хочет, чтобы мы тут лазили везде. Нужно пойти к Альберту. Еще один какой-то... житель, с которым тут не очень хочется мне беседовать. Мы у него сейчас тут все обшарим на предмет звездной пыли или там денег, может, каких-нибудь. Нет, нифига. Ну ладно, он что, Лави торопится, поэтому, может быть, сходим во дворец потом уже, да, обследуем. Тут здесь еще, кстати, вниз куда-то можно спуститься. Так, еще один магазин. И что там интересного? Да, 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 да. Оружие. Наконец-то. Что он говорит? А, у меня слишком велик. Где-то вот здесь. Да, еще звездная пыль. Хотим купить у тебя, конечно же, оружие какое-нибудь. Меч бастарда, это у нас уже есть. Атака света. Что ж, купим. Хотим вооружиться. Кольчуга. Мальчикам кольчугу. А ему что, не надо? Кожаный жакет, да. Да, у него уже есть. Так, дарту. Защита, да. От ненормальности смятения. О, от отравы есть защита. Но опять же, у нас там амулеты такие хорошие. Может быть, мы его купим, например, Шане. Да, поставим его только Шане. Шелк, страх... Ладно, остальные не надо. А продадим мы платок, браслет. Платок, да. Кожаные латы. И арбалет. Все, вот так. Ну, теперь мы заряжены по полной. И предметами, и вооружением можно уже топать, наверное, во дворец. И поговорим мы с королем в следующей части. С вами была Ниагара, пока-пока.